Привет, привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня у меня будет еда. Бумажная еда. Уже давно не было такого видео, очень давно. Но меня попросили подписчицы сделать коктейли или там пиццу или что-то такое. Я решила, это будут коктейли. И у меня есть вот такой вот уже комплект коктейлей. Он представляет собой стаканчик и длинный высокий стакан. Ну и различная начинка, клубничка, это как бы, ну не знаю, ягодный, пускай будет какой-нибудь сиропчик. Вот, ну в общем, давайте смотреть. Вот так вот у меня выглядит альбом, подписано, красиво все так сделано, двусторонний скотч. И давайте начнем. Уже все приклеено на скотч. Вот такой стаканчик. И давайте мерить. Первый коктейль. Вот так это будет смотреться, например, ну, не знаю, со вкусными конфетками, с шариками, с конфетками. Смотрите, как хорошо смотрится, да? Померяем каждый. Дальше пускай с шипучей карамелькой. О, смотрите, наклейка у меня, видите? Наклейка, на удивление, очень странно себя ведет. Мы ее сейчас прицепим сюда. Опа! И меряем. Вот так. Ну, замечательно. Это у нас такой двусторонний скотч опять. Ай-яй-яй. Приклейся на место. Видите, как у меня уже несколько раз поиграли детки. И вот получается, что такой вот скотч не очень качественный. Дальше. Давайте. Вот такой стаканчик со льдом. Вот так это выглядит. Ну, по-моему, очень даже похоже. Следующий. Отрываем. Следующий будет клубничный какой-нибудь, молочный клубничный коктейль. Вот так вот он смотрится. Опять он частично скотч остался тут. И, например, газировка. Ну, сладкая. Слушайте, весь скотч у меня тут остался. Надо будет переклеивать. Вот так вот смотрится. С газировочкой. Кроме этого, давайте сразу покажу, можно, например, добавить клубничку. Ну, можно так. Вообще, на самом деле, она помещается. Каждая клубничка помещается полностью в стакан. Вот так. То есть, можно сделать и так. Можно просто, например, в стакан положить клубнику. Например, если ты ее кушаешь, да, вот клубничка в стаканчике. Я уже боюсь отрывать. Что-то у меня тут такой скотч странный. Следующий, давайте возьмем большой стаканчик. Вот такой вот стакан для двойных, ну, для больших напитков. И первое у нас идет фанта. Я решила в таком виде изобразить. Конечно, можно больше по-настоящему, как выглядит настоящая фанта. Но вот у меня это такой. Так будет выглядеть фанта. Дальше идет... Буратино, например, газировка Буратино. Она, не, видите, не до верха я сделала. И выглядит вот так, таким образом. Тоже очень симпатично, можно играть различные. Это Кока-Кола, Кока-Кола, отрывайся. Ставим сюда Кока-Колу. И у нас получается стакан с Кока-Колой. Ну, у меня она фиолетовая, потому что черный вариант мне не понравился. И, например, это какой-либо коктейль. Вот так. Он разноцветный, желто-зеленый, такие с крапинками. И тоже очень даже хорошо смотрит. А, еще вот у меня два стаканчика больших. Давайте. Ну, вот я, например, на этом покажу. Вот берем мы нашу газировку Буратино, например. И с... не знаю, фруктовый кремом, вот так вот. И можно вот так попить. Есть. И давайте еще раз я возьму стаканчик и оденем. Ну, значит, что у нас тут? Лимонад с кусочком лимона. Отрывайся, лимонад. Вот так это выглядит, смотрите. Очень хорошо. И лимонад, например, с вишней, клубникой, там, да, коктейль фруктовый какой-нибудь. Вот так. И мы можем сюда же добавить клубнику. И вот так вот клубничка. То есть
Можно очень по-разному играть. Можно и так, и так. Вокруг мне тут поклеен скотч, поэтому можно в любое место клеить, как удобно. Можно так, можно отдельно. Единственное, все-таки, вот смотрите, я брала тонкий двусторонний скотч, и вот тот он отрывается. Почему, не знаю. Поэтому лучше взять какой-то другой. На этом у меня все. Хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.